Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в малышей Кейк Попсис. Давай посмотрим, кто у нас там еще родился. Ух тышечка, здесь целых два новых звездных яйца и куча мусора. Что? А что за размусорили-то? У вас что здесь дискотека была? А ну признавайтесь, что-то они какие-то подозрительные ходят и делают вид, что ничего не было. Хотя вон здесь всякие кексики. Кстати, ребята написали, что кексики – это кокошули. Ну ладно, я ничего не знаю. Уберу-ка я их подальше, чтобы они здесь не фуфукали. Ладно, давай посмотрим, кто у нас тут новый вылупился. Хотя, да что ж, столько мусора там много. Боже мой. Ладно, какое яйцо выбрать первым? Обязательно пишите в комментариях. С ярко-цветными хвостиками или с голубыми хвостиками. Не знаю. Кого же взять первым? Ладно, возьму с цветным хвостиком. Посмотрим, кто там. Или нет, или это. Кого же? Ладно, этого возьму. И ух ты, Шечкин, смотри, какой миленький. Это ли не чудо? Давай его накормим. Кстати, если тебе он понравился, пиши цифру 1 в комментариях. Мне он уже нравится. Интересно, может быть, второй будет еще лучше? Так, отойдите, не мешайте, мне говорю. И, да второй тоже милашный. Вы только посмотрите, какие у него глазки. Или у нее, наверное, это девочка. Да, если вам понравился второй малыш, то ставьте цифру 2 в комментариях. Посмотрим, кто победит. Хорошо, когда мало из кого выбирать, хоть не надо голову ломать, какой же самый классный. Я буду голосовать за первого. Интересно, за кого проголосуешь ты? А это что за танцы? Ясно. Так вот, наверное, танцевали здесь и оставили тут кучу кексиков и всего такого. Ладно, разбегаемся. У меня тут малыши вылупились. Дайте полюбуюсь. Ну что, кто? Какой же он будет? Цифра 1. О, боже мой, вы посмотрите, какая милашечка. Мне она очень нравится. Ладно, так, расходимся. Ребята, дайте мне еще одного посмотреть. Пусть они танцуют. И эта милашечка, я не знаю даже, кто из них красивее. Если тебе понравилась вторая малышка, напиши цифру 2 в комментариях. Я, наверное, все равно за первую проголосую. Мне она сразу понравилась. Пойдем посмотрим, что еще здесь у них тут интересненького, полезненького, кроме размусоренности есть. У них реально так грязно. Кстати, спасибо Лизе, что написала, что это не татуировки, а знаки отличия. Сейчас посмотрим, кому мы можем еще что-нибудь сделать новенькое. Ой, кажется, праздник-то был на этой улице везде. Просто везде. Просто посмотрите, какой кошмар. Кошмар досиновый. Так, ты сходи побегай. А я пойду посмотрю, могу ли я новенькое что-нибудь открыть для вас. Потому что очень интересно, вдруг что-нибудь новенькое. А, хотя нет, давай знаки отличия, уж хотели новые посмотреть. Так, это что за танцы? Вы что постоянно танцуете? Эй! Ох уж они. У них так много стало, что они просто толпами носятся. И аж мне в глазах рябит от их количества. Это прикол, конечно. Вообще, я не ожидала, что у меня будет столько поняшек. Ой, они что, дрались? Вы видели это? Они реально там дрались, по-моему. Ну ладно, пусть они купаются. Везде танцы какие-то. Что-то это подозрительно как-то. Ладно, давай возьмем, вот, например, вот эту девочку. Кстати, не помню, как ее зовут, но, по-моему, мне писали. И выберем ей, например, вот такие глазки. Или нет, голубые давай глазки выберем. И что-нибудь бы еще. Давай с какими-нибудь очочи давай. Ну, давай купим. Ну, конечно, так себе. Я не очень люблю, если честно, зеленый цвет. Но пусть будет. И знаки отличия, значит, да? Ну, давай вот два цветочки сделаем. Подойдет под ее очки и под ее образ. Так, и ну, давай вот так вот. Мне кажется, очень миленько. Немножко странно, но мило. Так, давай кого-нибудь еще нарядим, что ли? Кто тут у нас есть новенький? Вот, наша девочка. Пошли со мной. И не говори, что ты не хотела наряжаться. Надо, значит, надо. Давай посмотрим, какие глазки есть еще здесь. Ну, давай попробуем сердечные глазки сделать. И какие-нибудь сережки могу купить? Не, ну все за рекламу. Что началось-то опять? Ладно, вот золотые могу купить. Хотя, мне кажется, они ей не очень идут, опять же. Ладно, пусть будет так. Мне кажется, она миленькая и прикольная. Ей тоже нравится.
Ух, сколько же вас, ребят, это просто нечто. Здесь какой-то поняшный единорожный день просто получается. А я, пока они там играются, пойду-ка заработаю, наверное, новый какой-нибудь подарочек для них. Только это сложно, потому что придется прыгать по облакам, а я уже, кажется, попрыгала не в ту сторону. Ну, вот так. Так нубасы и теряют свои шансы на подарки. И что? Да в смысле? Я реальный нуб сегодня? Ладно, можете писать мне в комментариях нуб-нуб-нуб, я попробую больше таким не быть. Ладно, попрыгали по-правильному, что-то меня сегодня ни туда несет. Потому что, наверное, я немножко нервничаю. Ну, я ж вам рассказывала, что в этих играх постоянно можно нервничать и нервничать и нервничать. Невозможно пройти, просто невозможно. Ладно, сосредоточились, немножко ускорились. Есть! Я это сделала и допрыгала до подарочка. Вот это ли не чудо? И что же это будет? Как думать? Ой, откуда здесь мяч взялся? Там был мяч? А что сразу-то не сказали? Это какой-то домик? Может быть, это домик для йоги? Так, мне нужен какой-нибудь малыш. Малыш! Поняшки, вы где? Поняшки, вы где? Вот, одна девочка летит ко мне с крылышками. Кстати, почему какие-то с поняшки с крылышками, а какие-то без? А, какая йога, это домик для сна. Я-то думала, что-нибудь интересное попадется, а не сонное царство, как всегда. Ох уж эти сонные царства. Так, опять танцуют. Мне кажется, они вообще у меня любят танцевать. По-моему, танцы это все их. Их родное, драгоценное. И реально они очень часто танцуют. Они просто невероятно часто танцуют у меня. Просто я как на них не посмотрю, они все танцуют и танцуют и танцуют и танцуют. Вы бы лучше спортом занимались. А то сколько можно все танцевать и танцевать. Вот, держите мячик, поиграйте немножко. Я пойду посмотрю. О, боже мой. Мне от ваших танцев в голове кружится. Так, посмотрим, что здесь у нас новенького. Может быть, с этой стороны что-нибудь? Ага, новенькое. Какашули всякие. И мусор. Вот тебе и новенькое. Кексиков наставляли. Ну, какие неприличные у меня поняши оказались. Зачем они это делают, непонятно. Ладно, давай еще какую-нибудь мини-игру. Ну, давай попробуем танцевальную. Очень интересно, получится ли у меня это действие. Так, ой-ой-ой, а почему их двое? Стой. Подожди-ка. А почему с иракезами два? Почему? Что случилось? Это что за раздвоение? Очень странно. Это они меня запутать хотят, получается? Или что? Очень-очень-очень странно. Надо бы с этим разобраться. И что? Все, я заработала деньги? Так быстро? А подарки где? А подарка нет. Ну-ка, ну-ка, так нечестно. Вот, вот же, вот же. И что? Что-то нам дали? А, какой-то неинтересный здесь подарок. Я за такое не хочу играть. Я хочу за домики какие-нибудь или за какую-нибудь красоту. Ну, даже не знаю, даже не знаю. Ну, может быть, вот здесь подарки дают. А, это шары кидать. Баскетбол, конечно, хорошо. Но мне кажется, здесь тоже вечно кубки дают вместо подарков. Это нечестно. Просто нечестно и не очень справедливо. Ну, давайте разок уж пройдем, раз пришли. Что уж сделаешь-то, чего только не сделаешь ради подарочков. Ну, хочется же, чтобы у поняшек были разные игрушки. Интересные, красивые. И все такое, так я, кажется, мазила. Ну да, вы же знаете, что нуб-нуб-нуб, можете писать, продолжать. И это я признаюсь. Признаю свое нубство полностью и бесповоротно. Да, мне бы какую-то в нубскую школу, что ли, идти. Раз я настолько везде мимо мажу, не могу прыгнуть в нужное место. Как-то сегодня день не задался. Или я всегда такая... А, паньки, да что ж ты будешь делать-то? Хоть монетку было собрать. Ну ладно, бывает. Ладно, оставлю своих малышей отдыхать. Пусть они тут играют, а потом приду и проверю. Вдруг у них вечеринка здесь будет. Сейчас только покормлю их, а то они у меня давно не кормленные. И наверняка голодненькие. Кстати, вы знали, что они едят какие-то макароны с ММДМСом? Это вообще странно. Спагетти с ММДМСом, что ли? Очень странно. В общем, ладно.
Пусть они кушают. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось это видео. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И танец вам в подарочек. Посмотрите от моих поняшечек. Все, ребят, всем пока-пока. И не забывайте писать, какое пони вам понравилось сегодня больше всего. Ну, единорожка, в смысле.